наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин, министр Метлицкий Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафим Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Штел Владимир, Константин Мария Владимировна. Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России, на выборы президента России 2024 года. Сегодня мы разносим важнейший исторический пакет документов 23 февраля с Днем защитника Отечества, пакет о выдвижении документов о выдвижении на пост президента России на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Документы мы сегодня предоставляем во все высшие о выдвижении на пост президента России на выборы президента России 2024 года предоставляем во все высшие государственные инстанции: Госдуму, Совет Федерации, Администрацию Президента, Центральную избирательную комиссию, партию «Единая Россия», Народный фронт, армия, МВД, ФСБ, правительство, Администрация Президента. Выдержали все многомиллионные форумы на инициативу Нестеров Метлицких, нашу инициативу о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, на выборы президента России 2024 года поддержали многомиллионные форумы. Форум «Армия 2021-2022», Лабина, парк «Патриот», Кубинка, герой ВДВ на Красной площади, все высшие награды, олимпиады в Китае, самому главному человеку, президенту, политику, миротворцу, защитнику, предстоящей триумфальной выдающейся исторической победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича. Мы сегодня Нестеру Метлицкому предоставляем важнейший пакет исторических документов Госдуму, Совет Федерации, Вячеславу Викторовичу Володину, Валентине Ивановне Матвиенко с Днем защитника Отечества 23 февраля. Важнейший пакет документов о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. И все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, славы и честь России Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным –